День освобождения Одессы совпал с другой памятной датой истории города. 325 лет назад, в апреле 1691 года, украинские казаки под командованием полковника Семена Полия одержали победу над татарским отрядом в районе Пересыпи. Активисты патриотического движения предложили одесситам возвести на этом месте курган казацкой славы. Сражение произошло на том участке Пересыпи, где теперь гидропарк «Лузановка». За 3 века тут мало что изменилось. Тоже голое, открытое всем ветрам поле. 10 лет назад по инициативе историков и одесского казачества в память о победе установили деревянный крест. Відомий казацький витяжок, фастівський полковник Семен Полій, він же Семен Пилипович Гурко, на одеському Пересипу розгромив татарський відділ, який повертався з переможної війни з Угорщини і Сербії, де воювали татари проти австрійських військ. Цей відділ, зокрема, транспортував разом з цим виступом, відділом до Криму транспортувалися десятки християнських невільників, угорців, молдаван, австрийцев. Уже 10 лет подряд активисты патриотических организаций собираются в этот день у креста на Пересыпи. Он становится духовным центром казацкой памяти. Жаль Боже Украины, что не вкупе моих сыны, един живый из поганы, кличи сюди атаманы, иде матку рятовати, не домой, погибати, иде матку рятовати, не домой, погибати. Памятный знак, заложенный по старинной казацкой традиции, действительно народный. Ставили его энтузиасты на свои деньги, собранные по кругу. И в этом году к основанию будущего кургана одесситы добавили еще несколько сотен камней. Утворюється такий монументальний курган, притаманний саме для козацької доби, адже козацькі могили, кургани, оспівані і Шевченком, і багатьма класиками української літератури, і були притаманні для народного фольклору, оспівано в думах, козацьких баладах і так далі. Тому це черговий раз свідчить про те, що нащадки, вони не забувають славні чини своїх дідів-прадідів. Каждое место, где пролилась казацкая кровь в бою за свободу Украины, почитается издавна. Вот и здесь сложилась традиция служить панихиду за упокой душ павших. Духами спочили праведників, души рабів твої спаси упокой, и прийми їх до блаженного життя коло тебе, чоловіко любче. Во селях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, упокой душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець. Памятный крест и курган могли бы стать основой казацкого мемориала и одним из туристических объектов. Надеяться на помощь властей бесполезно. Историки и казачество обращаются к одесситам. Положить свой камень может каждый, кому не безразлично прошлое и будущее страны. На большой проект нужны и большие деньги. Но с чего-то нужно начинать. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».